Канобу.ру представляет. Добрый день, дорогие зрители! Наконец, эти долгие-долгие выходные закончились, и настало время приступить к любимой работе. А чтобы создать вам нужный настрой, мы подобрали особенные, убийственно интересные новости. Скажи «нет» стрессу и «да» мотивированной агрессии. Дней в году так мало, а игр выходит так много, поэтому неудивительно, что два самых ожидаемых проекта Killzone 3 и Bulletstorm появятся на прилавках одновременно. Причем даты совпадают один в один. Американские любители стрелялок оценят их уже 22 февраля, а европейские игроки 25 числа. Возможно, так совпали звезды, или боссы двух компаний решили устроить честные гонки продаж. Вот вы на кого поставите? Тактическая ролевая игра по мотивам комиксов Penny Arcade зачахла, не успев родиться. Пару лет назад вышло два эпизода, но третьего мы так и не увидели. И только недавно авторы признались, что виной всему Deathspank. Времени не было, а все силы уходили на новый проект. Хотя издатели также недовольно косятся на сценаристов Penny Arcade, будто они не успевали произвести нужный объем текстов вовремя. Что же, история их рассудит. Если в свое время вам не хватило билета на последний экспресс, не отчаивайтесь, игра вновь появилась в продаже. В цифровой дистрибутив вложили также саундтрек, историю создания и даже советы по прохождению. Правда, пока что живая классика продается лишь в одном виртуальном магазине. Но надеемся, это не предел. Три года назад вышло первое дополнение для World of Warcraft. И за первый же день, вернее ночь, около 2,5 миллиона игроков примерили на себя волосатые ушки эльфов крови и сиреневые копытца дринеев. На Канобу выходные прошли весьма спокойно. Видимо, учеба все-таки берет свое. Однако и тут не обошлось без интересных происшествий. У нас завелся свой призрак профессора Толкина, который по такому случаю даже раскрыл несколько фактов о фильме «Хоббит». Черный Гришка выложил подборку порно-картинок голых видеокарт. Эмния пожелал доброе утро всем любителям утренних шоу. Арелоот составил список главных игровых выставок этого года. Ну как, приободрились? Готовы к новым подвигам? Если вам и этого мало, то порцию здоровой рабочей агрессии вы получите вечером. Превью новый Mortal Kombat. А с вами был Александр Глаголев. До завтра.